Спустя всего несколько месяцев после того, как президент Обама заявил об успехе его стратегии по борьбе с террористами на Ближнем Востоке, Вашингтон сворачивает проведение антитеррористических операций в Йемене по соображениям безопасности. США, а также другие государства решили закрыть посольство в Йемене после того, как в прошлом месяце повстанцы шиитского племени Хути свергли проамериканское правительство страны. Боевики уже захватили оружие и машины, оставленные американскими морпехами, которые ранее на этой неделе покинули страну. США давно ведут в стране антитеррористическую деятельность. С 2002 года в ходе операции было нанесено более 100 авиаударов, в результате которых погибли более 100 мирных жителей. С 2006 года американская армия потратила более 400 миллионов долларов на борьбу с Аль-Каидой. По мнению аналитика Кэтрин Шагдам, Вашингтон поспешил назвать Йемен образцовым успехом своей стратегии на Ближнем Востоке. Этот внезапный уход США из страны – фактически признание поражения. Они уходят, оставляя за собой вакуум, который заполнит неизвестно какие силы. Я думаю, это очень серьезная проблема не только для Йемена, но и для всего региона. Существует большая разница между представлениями США о происходящем и тем, что реально происходит в стране. Признание того, что действия США в Йемене были успешными, означает, что они не знают страны и не понимают, что там происходит. Если бы страны Запада действительно хотели избежать катастрофы, которая разворачивается в Йемене, они должны были призвать политические фракции возобновить переговоры. Выводя свои представительства из Йемена, они создают колоссальный дипломатический вакуум. Создавшийся хаос будет выгоден прежде всего Аль-Каиде.